зритель, ролик, посвященный выращиванию цветов. Вообще, я давно собиралась их пересадить. Тут помогала в саду обдирать сухие листья с клубники. У меня случайно выдралась парочка еще каких-то клубничин, и я решила, что их можно посадить. В прошлом году я их сажала, но что-то вот не случилось. Они не дожили. А тут у меня как бы еще и цветок, который надо пересадить. И внизу кошка шуршит. Я тут даже в пижаме, но в каком там, в фартуке. И у меня есть земля. Еще есть высушенная заварка чайная. Мои родственники считают, что это хорошее удобрение. Я тут какой-то цветок уже пересаживала и поняла, что действительно, по ходу дела, это так. А вообще, моей подруге мама раньше сушила заварку и удобряла ей цветы на улице в клумбах. И у меня есть 10 литров земли в пакетике. Надо бы, конечно, газетку на стол постелить, но у меня что-то газетки такой большой нет. Земля, говорят, живая, прям на ней, так на пакете и написано. Я и пораньше собиралась, но меня тут так дико весь день вырубало, что в итоге вырубила на пару, наверное, часов вместе с кошкой. Сюда, я думаю, пересадить клубниченки. Там мне еще надо помидорки пересадить. Рассаду мне подруга выдала, и у нее масло осталось лишнее. В прошлом году, точнее, в позапрошлом, ну, короче, в 19 году, когда у меня были эти огурцы, я узнала, что землю нельзя утрамбовывать. Что она должна быть вот такая вся воздушная. Не знаю, что тут живого в этой земле. Но надеюсь, там лишних сорняков нету, потому что я тут, кажется, уже покупала в том же магазине землю. И там тоже были такие белые точки какие-то. Так, сыр. Вообще, моя бабушка, младшая бабушка моей бабушки по маме, сушит чайные пакетики. Потому что они в основе чая заваривают в пакетиках. Тут у меня и японский зеленый чай, и не японский, и не зеленый даже. Сначала я ее сушила, думала, потом ей как бы этот печку растапливать в деревне. У меня тут еще где-то есть. О, тут это зернышко от авокады. Я вчера делала салат из черной авокады. И она такая, ну, немножко другая. Я уже не помню, чем она отличается от обычной авокады. Но я решила ее зернышко засушить. Я помню, что мне кто-то в комментах писал, что сушеное зернышко авокады с чем-то перетертое дает этот самый, как он там, мигрень, короче, речь. Сейчас сюда мы еще поверх земли закидаем. А еще у меня есть высушенные шкурки авокадо. Эти-то как-то высохли, правда, без батареи. В общем, они вот в таком состоянии. Их вряд ли получится использовать так, как я хочу. Я потом другие покажу, я в них помидорки пересажу. Ну, в смысле, их и буду использовать под пересадку помидорок. Так, земля, иди сюда. Надо встать. Потом со стола я, конечно, все смету булочкой, протру этот стол. Ай-яй-яй, кошка, не надо меня шикотить. Вот представляете, вы так случайно ногу приподняли от тапки, а туда кто-то полез. Щекотно, между прочим. Я ее зову теперь, ну, для последние три, помимо риски, стрекоза. Думаю, она на стрекозу будет отзываться. Так, все. Может, еще землю? Во, я сейчас сделаю еще удобрение.
Алиска, там же земля. А я тебе положу. Ой, я забыла. Сама ж тебе тут сюда поставила, чтобы ты лазала. Поэтому землю переставлю сюда. Вот у меня еще пакетик с удобрением, естественно. Это, наверное, как называется? Рачительная домохозяйка. Ну, вообще хозяйка. Если у вас остается такая вот... Если вам не лень заниматься таким, то можете тоже подсушить. И если вам не стрёмно, там, а то просто есть такие некоторые, которые видят что-то такое на окне, достанное специально кролику, и называют это хламом, барахлом и так далее. У меня тут водички. Я сначала принесла домой в пакетике, потом сразу водичку засундучила. Сверху я посыплю земелькой, конечно, да еще. Ну, мало ли, вдруг оно все-таки вырастет. Тут, по-моему, без корней оно. Да, это без корней, может, и не отживется. Тут еще мелкое такое было. А это я вообще не знаю, но какой-то этот... Может быть... Ух ты, оно даже как-то в воде-то увеличилось. Три таких цветка я увидела, когда на одной грядке... обдирала сухие листья от клубники. И решила, что... Ну, что-то он у меня так выдрался случайно. Может быть, я уже не помню, может, и не случайно. Но я решила, что бы его не посадить. Да, наверное, тут только вот этот, два кустика, один у меня так просто вот вырвался, но без корешков. Наверное, не возрастет. Я тут пока оставлю. Надо что-нибудь взять, чтобы вытереть. Хоть они в перчатках, но надо их вытереть, чтобы они были посуше сейчас. Сейчас надо как-то земелькой это засыпать аккуратненько. Лариска, что ты делаешь, а? Козинь такая мелкая. Так, надо, может, куда-то... Ой, я сейчас вот сюда пересыплю, а потом отсюда возьму. Вообще, я думала, что я сегодня до хрена смонтирую, прокачусь до озона, заберу заказ, которым подарок за подруги. Но в итоге я что-то только прокатилась, и все. Ничего еще не монтировала, на закончу включала. Отсюда возьму немножко земельки. Бывают такие как бы анекдоты, что, ну, поверье, что иногда в коробках с чаем продают высушенную заварку, уже использованную. Это интересно, если заварить высушенную использованную заварку. Ну, сначала высушить ее после того, как заварила, потом еще раз использовать, что будет. Ой-ой. Главное не утрамбовать. Ой, Алиса, ну я моя... Ай-яй-яй, моя же нога не та палочка, по которой можно ползать. Вообще, у меня сейчас тут пижамные штаны. Они, конечно, может поплотнее, чем голубые штаны. Но все же больно. Мы сейчас... Опять я мыла, я забила на то, что мы... Говорю про кошку, я, в принципе, на завтра тоже творог ела. Мы сейчас лопаем творожок. Сегодня я разлила, ну, как бы налила из сухого молока. Попробовать дать. Будет пить или нет. И внезапно она такая-то радостно его попила. Так, клубничка. Цветочек неведомый.
Ну что, сейчас мы это польем. Вообще, этой чашкой я обычно наливаю воду, когда мою голову каким-нибудь отваром. Ее надо бы уже помыть этой самой фигней, которая около 30 рублей плюс-минус стоит. Забыла, как ее звать. Белизна, короче. Вот оно у нас в разрезе. Куда у меня полотенце? А, вот оно. Сейчас я это спускаю для истории. Забралась на меня, да? Я пока ее не было, тут иногда подкармливала котиков уличных тишпиным кормом. А, я же на телефон снимала, еще, короче, насняла в итоге в разные дни. Три мелких ролика, ну, там местами какой-то звук не тот записался. А я как-то гуляла, еще вроде снег не ставила, или местами ставила. Короче, снега не ставила, птички такие певали там в соседней ближней деревне. Петухи кукарекали. И я думаю сделать наложение одного на другого, потом когда смонтирую, ну, буду монтировать. И сразу три этих мелких ролика вместе сшить, потому что как-то, ну, как-то вот. Пока это отстанем. Сейчас пересадим цветочки. Специально покупала горшочек в Ашане. Да, эту штуку, наверное, выкинуть надо. А что она? Корней нет. Не взрастет. Хочешь цвет травы пожрать? М? Хозяин на лапу трясется. Жрать не хочет, играть только хочет. А этот с этой стороны не хочешь пожрать? Не хочешь, да? Но еще мокрые. Так, я тогда тебя выкину, чувак. Потому что мало процентов, что ты взойдешь. Хотя пока временно сниму. Так, если горшочек. Вай-вай-вай. Кто ж меня цапает-то? Вай-вай-вай-вай-вай. Ариска. Я, кстати, все ее еще иногда периодически называю кишкой. Как-то так у меня, видимо, по умолчанию идет. Так у меня тут... Что такое вообще? Может, я перепутала? Что у меня тут бумажки лежат? Да, видимо, я перепутала. И не в тот пакет положила бумажки. Типа как бумажный мусор на сожжение. Тут вообще что? Ой, лимонные зернышки, да. Точно, это было на сожжение. Ну, я могла перепутать. Наверное, в те моменты, когда тут больше недели, дней 10 тайпом занималась. Бесконечным. На сожжение. Да. Так, сейчас будем брать. Тут и крупные листья, типа луна. Куда пока положить? Эй-эй, вот куда ты сейчас ползешь? Кошку. Хочется сказать без году неделя, но ей больше недели. Ну, Алиса, ну ты видишь, что... ты, может, не понимаешь, но если я сейчас буду выпать в землю, то... а ты тут будешь есть, то, возможно, и тебе достанется этой земли. Она не съедобная, наверное. Побольше дырку сделать.
придавлю же. Земля-то тяжелая. Для такой мелкой, как ты. Давай я тебя опять спущу временно. Ой, не надо меня щекотать. Рукой надо отвалить просто. Ай-яй. Вот я сейчас на тебя это лапой упаду случайно. Будешь меня щекотать. Вот какой-нибудь рефлекс не тот. Так, надо пока опустить. Веночек. С корнями. Выжившие от тишки вьюночек, скажем так. Да, его он тоже жрал. На окно мы пока не забирались. Хотя, ну, как бы я видела следы, что она была на нижней части стены. Зато она умеет забираться под батареем. Так вот, я потом думала просто замонтировать. Ой-ой, не то что холодно. Не то что больно, но как-то это перевешивает. Замонтировать только ролик деревенский, этот блок вчерашний. А потом решила сначала надо пересадить, потому что давно уже собираюсь это сделать. Что у меня там взякнуло? Сбербанк какой-то спонсор прислал. Да, можешь ползти по моей спине. Я не против. Лучше так, чем за ноги цапать ради щекотки. Надо будет еще потом горшочек такой купить в Ашане. Ну, может, еще где-то можно горшочек купить, но я хрен знаю, где горшочек продают. Вообще это называлось кашпо под эту самую орхидею. У меня была подружка одно время, которая любила исключительно орхидеи и есть креветки. Мама у нее впахивала на всю семью. Папа у нее был уже на пенсии заслуженной от работы. Ну, короче, инвалидность, приобретенная на работу. А она ничего не хотела делать. Хотя, как бы... Не то чтобы уж совсем отличница, но как бы не глупая девочка была. И хотела жрать креветки, и чтоб ей дарили эти самые орхидеи. Я не поняла, в этом горшке действительно дырки или они только это намеченные. У меня где-то вроде была такая блюдечка, горшок. Наверное, надо еще полить чем-нибудь. Мои любимые цветочки. Они вчера у меня прямо на глазах распустились. Я у вас водички чуть-чуть возьму. Гусиный лук. Вообще он это, ну, если его в большом количестве, конечно, иметь, полезен. Можно использовать при эпилепсии. Но я про это узнала буквально, может, пару лет назад, что он еще и при эпилепсии полезен. Какой-то тут вот покусанный, еще тише. Так, это надо куда-то высыпать. Тут всякие такие. Сюда хотя бы. Деревяшки. Ну, маленькое дерево все равно дерево. А сухие веточки от дерева деревяшки. Там это фикус. Раритетная плетеночка. Так, и тебя мы сейчас зафоткаем. Здесь у нас только один слой удобрения, а там два. Вообще, зритель, если ты таким страдаешь, вдруг тоже,
дай знать в комментах. Или скажи: Оля, Оля, спасибо за идею. Буду юзать искусственное, это естественное удобрение. Так, что-то у меня тут смутно получилось. Так, свали-ка ты. Так, наверное. Опять мутно. Чего-то не так-то. Давай со светом тогда. Во, хорошо ушло. Так, я, наверное, пока время на камеру отрублю, потому что мне надо принести то, чего пересаживать. И это унести заодно. Как нам завоевает чьё-то дитё. Короче, сейчас ты увидишь, ну вообще видишь, вон там вот коробочка. Из-под моей медленной варки. Сейчас я у нее крышечку отфигачу. И сделаю, как у меня было с огурцами. Только, ну, тут она квадратная, в общем. Она еще, наверное, может скотч принести. Ну, вот это... А еще у меня тут проблема века. Я забыла, куда я сунула перчатки, которые мне Дед Мороз подарил в прошлом году, велосипедные. Такие хорошие. А сегодня было что-то холодно, когда я в Вайтберрис, в Озон ехала. Короче, лавкам было холодно. Я сегодня приехала, первым делом, ой, блин, прилетело. Первым делом эту самую. Одну полку перебрала, где я в итоге... Ну, я помню, что я туда убирала штаны спортивные. Думала, что там же есть эти перчатки. Так, по ходу дела надо это пока снять. А то так и будет прилипать. Ну, вот перчаток-то там не оказалось. Хотя куда их засунула. А потом залезла еще в пару ящиков, все вытащила оттуда, чтобы уж точно узнать, что там их тоже нету. Обнаружила, что, зритель, знаешь, у меня столько этих платочков и шарфиков, оказывается, особенно тех, про которые я вообще уже не помню. Надо как-нибудь их обозреть. У меня в прошлом году еще подписчица Лёля дала идею, как раз когда все сидели на этой коронавирусе, в смысле, на карантине в честь коронавируса, блин. И снимали, что такое всякое, типа моей коллекции, все эти блоги, которые я не смотрю, конечно же. Ибо я такой вот, блин, нарцисс. Не, я смотрю иногда, если мне надо какой-то отзыв на что-то. Но это так вот уж крайне редко. Ох. Ой, блин, ну, соответственно, я и не знала, что там что-то популярное такое. Мне вот человек подкинул такую идею, но... Я из этой идеи только где-то одну треть исполнила. И подумала, что надо бы... Когда-то я давно эти еще делала, обзор этих. Помню эти шарфики, короче. Мои шарфики. И вот, в общем, надо мне снова эти шарфики, наверное, обозреть. Там как раз еще та часть одежды, я помню, ничего не подревала. Я не помню, подревала я эту весеннюю обувь фавориты. Ну и, короче говоря, хоть сейчас еще не настолько холодно и тепло. Я все-таки вот эта встреча наша помешалась. В общем, в той, в тех двух ящиках я тоже не нашла перчатки эти. И теперь, наверное, придется в каждой полочке шкафа полазать, потому что я тупо не помню, куда их положила. Ну, помню, что на какое-то очень видное место в шкафу. Ну, как обычно бывает, подальше положишь, поближе найдешь, наоборот. Интересно, у меня сюда этот пакет влезет, биоразлагаемый. Так, а что я только в одной перчатке-то? Надо вторую сейчас нацепить. Вах-вах-вах. Вах-вах. Сейчас я экран мордой к себе поверну, ну, чтобы так более-менее видеть. Да. Может, тут, конечно, не особо было видно, но вот я, короче, коробочка. Правда, я отсюда не вижу, что я там показываю.
Это я тут на велике откуда поехала. На свадьбе, что ли, делала такой крюк, чтобы по Опалино проехать. А мне навстречу два пьета. Не помню, как первый, но второй у меня в гостях все время был. На этих моих чайных вечеринках. Может, и первый был. И первый, помню, со мной пыталась общаться. Ну, в общем, идут семейка пьетов. Из серии таких людей, которые с начала, хрен знает, ну, короче, 2020 года со мной не здороваются. Из принципа, потому что, ну, чтобы подливать жопу человеку, который со мной теперь иногда здоровается. Хотя был момент, что как-то с одним из них встретила в библиотеке, и человек мне такой дал, а что ты со мной не здороваешься? А я при входе вошла, очки затемнелись, я не вижу, кто там сидит, ну, как бы лично, персонально не здороваюсь. Типа, как-то ты не очень. Ну, суть такое, что я перевожу велик пешим через дорогу по пешеходке, а мне навстречу два человека, один так похож на незнайку в возрасте. Ну, снова растолстел, короче, располнял, ладно. Будем бодипозитивщиками. Я помню, у меня был как-то запрос на такой в 2016 году, я хотела тогда почитать про это, чтобы понять, что это такое. А потом обозреть уже. Ну, не совсем он влезает, конечно. Можем так как бы делать-то. Ну и, короче, знаете, тот редкий случай, когда человеки вас показательно игнорят. Ну, типа, я тебя игнорю. А вы тупо не видите. Не то, чтобы не видите, я их не узнала. Я уже так метра три потом на велике проехала, думаю, блин, вроде как это вот те самые товарищи. Мои, как бы, бывшие коллеги по хобби-цеху литературному. Ну, и у людей обычно такие... Ну, я бы, знаете, я подумала матом, но я скажу без мата. Такие лица интересные, когда вот, если вы когда-нибудь были в ситуации, как я, что вас кто-то показательно игнорит, вот человек вас показательно, два человека вас показательно игнорят, а вы вместо того, чтобы, ну, там, на лице что-то такое было, обычно у меня так это, раз они морду отвернули, наверное, мы знакомы. А я как-то они своим игнором думают, что они меня обижают. А мне так как-то фиолетово сейчас обычно. Я понимаю, что меня игнорят после того, как кто-то морду повернул от меня. Или резко при мне перешел на другую сторону улицы. Или через дорогу. Были такие приколы. Ну или еще что-то такое сделал. Кошка ползет на стол. И, короче говоря, тут я тупо не вижу. Я их мало того, что не узнала. Я еще как-то, ну, я вообще их не заметила. Очень забавный момент такой. Ну, а если вы такого на себе не ощущали, ну, наверное, вам повезло. А может быть, вы сами делаете так с кем-то, у кого раньше бывали в гостях, и вообще, как бы, этот человек вам делал много всего хорошего. Ну, я надеюсь, что это не ваш случай. Я потом у подруги узнавала, я говорю, вот этот вот такой-то, он сейчас вот так вот выглядит, да? Алиса, зачем ты по моей ноге забралась на стул? Так, нам надо удобрение искусственного, естественного, натурального засунуть. Где мой сопливчик? А, у меня так нос течет. Вот он. Куда я делал этот пакет с удобрением? Вот он. Тут у меня и пакетики для чая, в смысле. Ой, блин, я сюда по ошибке, видимо, у меня было два пакетика, я их совместила. Тут у меня даже шкурки от этого самого. Ну, по запарке положила вместо выкинуть сюда. Шкурки от, блин, как звать-то его? Короче, от арахиса и чеснока. Сейчас попробуем как-то это извлечь. В принципе, если труху какие-то там, ну, скорлупу кидают в землю, чтобы удобрить, то можно, если мне попалась эта другая труха, измельчить ее и то, что туда положить. Натуральное удобрение. Но бумажка не удобрение.
Надо же, какая растяпа была. Сейчас туда еще слой земли положим. Тут даже грецкого ореха шкурка. Я помнила, я в какой-то, чистила орехи и фигачила шкурки, потому что их можно использовать, допустим, для растопки дымаря, если вот пчелам колется. Я в прошлом году даже специально шкурки держали, нам какие-то родственники накопыли и выдали. А можно печку ими растопить. Если вы как Лёля, она у вас через одно место закапывается. Не сразу, раз на раз не получается. Я-то думала, мне этой земли вот это дофига, ее как раз хватает. Меня представляете, я где-то месяц назад посадила, даже с лишним уже, харамсу, этот шпинат. Я просто помню его, как он на японском, я помню лучше, чем как он по-русски. И этот самый. И он только на, может, недельку назад, когда я только туда всунула проросшее зерно огурца, он меня взрос. Так, наверное, надо еще земли подсыпать. Что-то до удобрения. Так, бумажка. Без бумажки не букашка. Что есть-то? У меня тут нигде больше нету этих. А, тут у меня... Ой, тут хлебушек надо его этот. И шкурки, и хлебушек вместе положила. Надо будет хлебушек-сухарик убрать в пакетик завтра. Свезу родственникам, у которых курицы. Короче, как-то так. Дальше что-то уже пошло реально, все эти шкурки. Можно вообще снести в сад. И вместе с бумажным мусором отправить на сжигание, кроме пакетиков. Вытащить все из пакетиков. Кстати, я сегодня, у меня тут этот... тут у меня были конфетки. Как-то показать-то. Вот так, наверное. Блин. А, вот так вот. Короче, тут у меня были конфетки самопальные из фиников, которые я вот фотку скидывала как-то на стену Ютуба на канал. Я как-нибудь запишу их. Так, куда поднять-то? Вот так отпустить нашу, повинилась. И, в общем, там оставалось немножко шоколада, и как-то я их сняла. Конфетки, они были таявшие. А то, что было, осталось на тарелке. Я сегодня смотрю, думаю, забываю все время, с чем это съесть. Оно как раз потаяло, я ложкой соскребла. Оно стекло, и у меня получился творожок с шоколадкой. А тут все еще что-то осталось. На вот это. На солнышке полежит завтра и сожрякать. Так, надо еще земли слегка засыпать. А потом переставлять эти помидорки. ₽120 мешок земли. Чую, если я еще что-нибудь буду пересаживать, мне надо будет еще земли этой купить. Так, аккуратненько. Так, а как оно тут? Это надо как-то разрезать. Ой, я же совсем забыла, мне же надо эти штуки принести сначала. Огурцы принесла. Там еще одно зернышко вроде как почти взошло. Снова экран поверну, чтобы не видно было. А это вот, смотрите, те самые шкурки, напополам я их разделяла. Вот так вот ставила в коробочку на батарейку, они высыхали. Я хочу вот сейчас как раз в них пересадить сначала, поставить землю с помидоркой, а потом их сюда воткнуть. Даже вот так сейчас воткну. Пум. Теперь надо это как-то извлечь. Может, где-нибудь с двух сторон это порезать. Аккуратненько извлечь. Помидорный такой землей запахал.
Тут уже совсем не выковыришь, я сплеснул нахрен. На головке попробовать. Кстати, перчатки покупала в этом самом магните у нас. У нас считается самый дорогой магнит из магнитов. Но я вчера там увидела свои любимые конфетки, которые как-нибудь сама сделаю такие. И они это как бы были даже дешевле на десятку, чем в солнечном магните. Наискосок мы так их поставим, вот это уже ломается. Ой. Ну не совсем тут наискосок, я потом камеру поднесу, покажу, как оно тут выглядит. Наверное, надо это тут приподнять. Ой, блин, это земля. Вот так уже сделала. Хотела нажать на включить, а у меня же уже включено. Короче говоря. Сейчас мы снова тут прорежем. А туда потом земли еще засыплю. И пересажу этот флоренцо, который взошел вместе с огурцом. Это мы, с ним будет легче, его не надо ниоткуда вырезать. А вот здесь пахнет землей, не помидорами. Хотя нет, и помидорами тоже. Ладно, это выкинем. Да, кстати, у меня тут камень был, типа, ой, что за чудо в перьях, вот мне прикалывают такие, как это, я даже лайкнула. Вот против чуда в перьях я не против, когда какую-нибудь хрень пишут, с грубым переходом на личности. Я могу грубо ответить, или просто, нет, я, скорее всего, сейчас уже буду это, типа, могу уже просто тупо молча удалить коммент. Так, что у нас остается? Так. Вот здесь вот. Вот здесь вот маленький огурчик, а это хоренцо выпал. Я тут пытаюсь отрастить лавр. Не знаю уж, пошел он, не пошел. Нет, он, видимо, не пошел. Ну ладно, пусть дальше торчит. Сюда мы сейчас посадим огурчик. Как раз у нас есть еще одна вот эта штучка. Так, у меня тут зернышко. Хотя я сначала сюда хотела его посадить. А потом подумала, если он взрастет, его пересаживать надо будет, а тут уже неудобно будет пересаживать. Если он взрастет тут, вон взрос. Как бы так вот показать. Ну, короче, вот там одно зернышко, оно... Срасточка, иди сюда, животное, иди сюда аккуратненько. Так, попало, на хрен всем. Шастье есть. Так, надо снова помыть лапы, вытереть и добавить земли. Уселась на краешек стульчика у стеночки, да? Чучелка. Земля, падай.
Сейчас я эту немножко распределю. Блин, такое ощущение, что для меня тоже, блин, удобрения искусственные щипачаем. Аккуратно раскидаем. Жизнь захочешь, прорастешь. Так, тебя бы еще пересадить куда? Ну, вот тут сюда. Ну, этот пакет уже можно будет использовать под перерабатываемый мусор. Так, у нас тут немного воды. Ну, вот сейчас выльем. Резной палисад. Отец подруги моей использовал. И сметана. В принципе, я эту сметану тоже покупала. Икнулась. Сейчас на земельки сюда фигахнуть. Это одно зернышко. А, нет, и другое зашло, слушайте, люди, вообще оно зашло. Куда бы тебя воткнуть-то? Давай сюда вот. Только извиняй, у меня тут уже нету на тебя полноценного стаканчика с авокадой. Давай, капай сюда. Надеюсь, все нормально, ты туда взошло. Ну, в смысле, взяла. Так, если пакетик грязненький. На переработку. Ну, конечно, можно тебя помыть, не знаю. Надо тебя мыть, вообще не надо. Этот такой пластиковый стаканчик. Может, у тебя такой будешь высокий. Корни пустишь. Бахтые, бахтые. Так, там будет. Так, там видно вообще, да? Видно. В принципе, я могу. И во второй сейчас часть прийти на земле. Ой, мимо, мимо. Тут остатки есть, но я сейчас тебя засыплю. Так, осы. Пойдем, жить захочешь, пойдешь. Ну, я думаю, зритель, ты понял, зачем тут пакет был изначально в этой коробочке. Сейчас я принесу. Лапток помыть надо опять. Сейчас рассажу цветочек дихлорофитум и этот самый веночек. Вот так поставила теперь. Короче, это, конечно, не совсем дело. Вот так вот без корней их сувать. Надо было бы отмочить их и дать им возможность прорасти. Но вот уж раз уж я все-таки собралась тут этим заняться. Так, я думаю, ее надо еще в пакетик потом поставить. На путеечка, я бы тебя сняла. Я тебя сняла. Ну что, хрен знает, что там тут мерят, мерят. Так.
общем, в итоге у нас вышло два цветочка вот этих хреновинок. Так, что я сделала? Ну ладно. Надо будет на тумбочке отгородить местечко. Хорошо, что мелкая еще не умеет прыгать на такую высоту. Спасибо тебе, Вайсберис, за пакет, который может влезть эта коробочка. Что это? Фу, блин, я уж перепугалась, думала, у меня тут... Короче говоря... А, вот, тут земля осталась, а надо ее сюда засыпать, а тут немножко. Что я свой Клоренсу, который единственный из горшечек, укокошила тут случайно. Эй, высыпайся, Зяка. Земля, высыпайся. Исполина тут еще какая-то есть земля. А, это как зарядить грунт на второй сезон питанием. Органическое удобрение на основе торфа и биогумуса, пролонгированного действия точечного применения. Зритель, ты умеешь читать боком? Я вот только что это сделала. Ну, можно было повернуть к себе нормально, чтобы прочитать. Можно было сделать как Юля. Эти мои лапочки. Тут. Прорасти огурчик. И тот тоже. И остальной. Опять перерабатываем мусором. Сзади, сбоку от камеры. Так, сейчас я лапу помою. А она уже порвалась, эта перчатка. Я тут думала, в ней посуду еще помню. Почали, однако. Недолговечные. Ну что, они раз на раз не приходятся. Какие-то реально долго носятся, а какие-то вот не успел растения посадить, они уже откинулись. Сейчас я это покажу тебе, зрители. Сверху. С птичьего полета. Смотри, какая прелесть у нас получилась. Безумно, ладно, громкие люди громко вопят за окнами, за окнами. Это у меня там осталось там эти торфяные таблеточки. Может, туда что-нибудь еще всажу, раз Хоренцу не взошло в других местах. А веночек. На столе осталось убраться. А это сейчас надо будет перенести. Сейчас я тебе просто покажу, как оно у меня там стало, другая часть. Ты пройдешь со мной по коридору. Вроде у меня тут такого супер бардака нету. Чтоб можно было, нужно было его вырезать в монтаже. Вот оно сейчас тут встало. Это мед, который уже пойдет на красоту, скажем так, когда я им займусь. Ну что, зритель, наверное, пока, да? Если ты осилил до конца, то спасибо. Можешь в комментариях что-нибудь вякнуть.